Bonjour à tous. Здравствуйте и добро пожаловать в программу «Планета бизнеса». Мы приглашаем вас в долину Кадоро, в итальянских Доломитах. Этот регион долгие годы был знаменит производством очков. Местному производству не удалось справиться после кризиса, грянувшего в начале 2000-х. Где работать живущим в Кадоре людям? Конечно, в сфере туризма. Посмотрите, как здесь красиво. Давайте узнаем, как идет развитие этого бизнеса по модели социального франчайзинга. De franchise sociale. Regardez. Buongiorno. Benvenuti al bed and breakfast il Cidolo. Prego, venite con me. Илина, одна из 160 членов местного кооператива. Его специализация – экотуризм. Кооператив занимается приемом туристов от А до Я, начиная с аренды жилья, спортивного снаряжения, заканчивая экскурсиями. Нам нужно было обеспечить людей работой. Для этого была разработана настоящая, всеобъемлющая стратегия развития. Мы решили стартовать с трамплина социального туризма, с тем, чтобы вывести нашу долину на международный рынок. Кооператив функционирует в формате социального франчайзинга с 2011-го. Сегодня его оборот исчисляется 2 миллионами евро в год, а каталоги с описанием программ отдыха распространяются через крупнейшие туроператорские сети Европы. Мы хотим создать новый, устойчиво востребованный туристический продукт. Наша цель не просто дать работу местным. Мы хотим, чтобы наше начинание было конкурентоспособным и решало социальные задачи. Бизнес в социально значимых отраслях обеспечивает сегодня до 10% общеевропейского ВВП и дает 6% рабочих мест в Европе. Спрос на социальную экономику растет. Давайте вспомним, что такое социальный франчайзинг. Итак, социальный франчайзинг действует так же, как франчайзинг классический, отличие лишь в выборе направленности бизнеса. Для жителей Кадоры франчайзером выступила неправительственная организация «Ломат». Она работает в сфере туризма и имеет разветвленную сеть консультантов. Группа сопровождает начинающие кооперативы на всех этапах. Кому-то нужен архитектор, кому-то специалист по связям с общественностью, а кому-то сайт нужно сделать или персонал подобрать. Мы во всем помогаем. Одна из задач социального франчайзинга – обеспечить работу людей, находящихся в уязвимой ситуации, тех, кто не нашел своего места в обществе. В туристическом кооперативе таких – треть. Мы убедились, что люди, выброшенные на обочину по каким-то причинам, а также инвалиды, могут очень хорошо и продуктивно работать. И вообще не все измеряется деньгами, верно? Мы ставим целью обогатить общество самыми разнообразными талантами. Для меня ключ к успеху – быть в гармонии с землей, где ты родился, трудиться на ее благо, расти через свою работу и сделать ее общим достоянием.